Всем доброе утро. Всем доброе утро, ребята. Всем доброе утро. Сегодня мы продолжаем изведывать места Анапы. И мы сегодня отправляемся купаться. И едем мы в спа-центр Делуч. Многие нам писали и просили нас туда съездить. Да. А также некоторые даже и рекомендовали. Поэтому мы решили... Кто-то даже отдыхал в этом отеле. Угу. Вот. Поэтому мы решили съездить, посмотреть, даже интересно самим. Да. Тем более там, по-моему, помимо того, что есть бассейны, как комплекс открытых, закрытых бассейнов, там еще есть и тренажерные залы, и баньки. Интересно посмотреть. И разные процедуры делают, там и хамамы я смотрела. Вообще там очень интересный комплекс, поэтому поехали. Все покажем, расскажем, вместе с вами отдохнем. Да. Вот сюда, наверное, спа-комплекс ежедневно с 8 до 21. Смотри, можно было 8 приехать, да? Да, смотри, народ уже купается. Купаются, да? Ух ты, здорово. Ну что, пойдем. Пойдемте. Ой, как здесь классно. Персональная комната. Да, здесь сауна. До 6 человек могут прийти. Есть с программами, с массажами, есть просто отдых. То есть здесь вы индивидуально отдыхаете, получается, да? И халатики, и тапочки, и полотенчики, все это уже сразу. Отличный вид на бассейн, шезлонги стоят. И сразу с другой стороны уже бассейн, который находится на улице. Покупайте абонемент за 1500 у вас входит вот этот вот шикарный тренажерный зал, закрытый бассейн и бассейн на улице с 8 до 8. Посещение, можете купаться, заниматься, потом опять купаться, также хамамы, сауны. Сейчас мы тоже пройдем, посмотрим, дорожки, да, беговые дорожки. А с этой стороны вот на улицу. Ну тут вообще достаточно тренажеров, вот так вот, чтобы привести себя в форму. Не только провести себя в форму, отдохнуть, да. Позаниматься. Пойдемте получить дальше, удовольствие. Да. Идем. Крем-сауна, да. Я очень читала много, очень положительных, кстати. Да. На самом деле эффект очень ошеломляющий. Угу. Просто поднять и купить это для людей, потом замечательно влияет на фитобочка. Ну, да, потому что здесь все масла, которые добавляются, фитобочка. Какая красота, как все удобно. Это, я как понимаю, на руку одевается, все прислоняется, да, все открывается. И попадаем как в термальную зону. Моя стенка, полежать, подышать. Также тут есть кулер с водой. Хочу потрогать, ребята. Замечательно. Это вот знаете, вот эти вот соляные лампы, которые продаются, а тут вот прям стенки из них сделаны. Соленый воздух, очень полезно. Душ впечатлений. 7 разных программ, от контрастного душа до... Значит, получается, что и гром, и молния, и звук, и свет, все это на любую программу, все по-разному. Загораются огни, играет боевая музыка, барабаны. Ты туда, дочь, только полностью не заходи, то сейчас у тебя там впечатление получишь. Шок бедра. Нажимаете, все это переворачивается. После да, после баньки вообще шикарно. Сейчас проще сразу на вас что-то папку. Ну, сейчас камеры заходим. Очень красиво. Какая небо, красота. Небо все светится, все. Посмотрите. Вот
финская сауна, наша мечта поставить самая, на даче. Самая горячая финская сауна, 80 градусов, 25-метровый закрытый бассейн. Как красиво, да. В потолке и детская зона есть. Помните, с улицы мы стояли, смотрели? Да, очень классно. Смотрите, нам включили. О, с разными гидромассажами, детский бассейн, спинку помассировать, подводный тоже гидромассаж вот там вот бьется. С этой стороны вид на открытый бассейн. В общем, каждый найдет для себя все, что хочет. Кто-то хочет поплавать, гидромассаж, детишки рядом, там прямо все под рукой. В общем, удобно, очень классно, мне кажется. Вообще, мне тоже понравилось. Тут очень комфортно, кстати, находиться. Если в открытом бассейне жарковато, то там солнце. А тут такой климат-контроль создается, кондиционеры, которых ну, вообще не чувствуется. Мне так нравятся вот эти вот еще украшения. Сделана плиточка с зеркалами. И как эффектно смотрится. Медицинская сестра всегда дежурит. И уже открытый бассейн. Интересный бассейн такого цвета, прям бирюзового. Это может красиво, быть из-за плитки, да, так сделано. И внутри, смотри, прям в бассейне идет как гидромассаж. Видишь, смотри. Угу. Пойдем посмотрим детский бассейн. Сашулечка, прям нетерпение у нас. Да, окунуться. Нам провели такую экскурсию небольшую, но мы решили вам тоже показать. Сейчас мы с Сашулечкой пойдем переодеваться. Мы не стали брать камеру хранения, ну, нам и не нужно у нас что-то все тут. Нам ничего не мешает, в общем. Полотенчики взяли, сейчас купальничек переоденемся, да? Да, да, доченька? Купальник сейчас переоденем, пойдем переодеваться. Да, Шулька. Сегодня модница у нас. Да. Огородница, да? Да, огородница. Модница, огородница. Все, мне нужно кепку, а кепка мне не натянется на мою гульку. А, распусти. Только вот так. Отлично. Да? Нормально? Идет, да. Все, мы ждем, не дождемся Сашкой, когда мы залезем уже и купаться. Давай. Давай сейчас. Сейчас смотрите, будет перевоплощение. Секреты фотомонтажа. Ну что, Сашка первый у нас? Давай, Сашулечка. Давай. На рукавнике. Ой, на рукавнике. Да, самое главное. Да, чуть-чуть намочим. Ну как водичка? Как водичка? Ой, вообще чуть-чуть. Саш, окунись чуть-чуть, и я тебя одену. Давай, теплая водичка. Ну ладно тебе, давай, на. Первое вообще у нас, первооткрыватель этого бассейна. А вот этот вот корпус, один из корпусов Белуч. Смотрите, такой красивый. Как водичка? Здорово. Отличная, да? Да. Смотри, зарядки делают. Здесь проводится еще гимнастика. Кто хочет, может присоединяться. Акваэробик. Ой, тут теплее бассейн, нам нужно. Да? Да. Давай, с горки. Покажи, как с горки катается. Чем вот это вот сказали нам, что это детская горка? Дети туда залезают и скатываются. Но тут настолько они маленькие, что, наверное, они просто не долезутся туда. Тяжело, скользко, наверное. Хорошо? Саш, попробуешь на горку залезть? Я подошла к грибочку. Тут такие симпатичные обезьянки сидят. Значит, закрытый рот, глаза и уши. Вот. Молодец, слушай, Саша, у тебя все лучше и лучше получается. Ты умничка. Еще я вот здесь могу держаться. Только за пальцем.
купались вдоволь. Очень-очень жарко становится, поэтому мы уходим. Мы всегда стараемся уйти до 12 часов. И вот сейчас вот проходим, посмотрите, тут еще есть камера хранения. Нам предлагали ключик взять, но как бы нам не нужно, потому что, ну что, мы здесь рядышком. Не хочется уходить. Не хочется уходить, да? Ну да, хороший бассейн. Тебе понравилось здесь? Очень? Да, мы пришли в Сицилию покушать. Наплавались мы от души. Да, мы тут не были в Анапе еще, в Сицилии. Помните, в Новороссийске там такой вид был красивый. Тут тоже неплохая, такая уютная Сицилия. Можно было на улице посидеть. В общем-то, мы и хотели. Но дело в том, что тут есть детская комната. И маленький ребенок сразу на нее запал. Он там смотрит, ходит. Ну, может, сейчас наиграется, может, еще пересядем. А вон она, давай. Так, давайте по меню что-нибудь. Я Диме говорю, какую-нибудь пиццу и картофель фри мне понравился в прошлый раз. Только вот какую мы пиццу-то в прошлый смотри, раз? Здесь вот такая на дощечке пицца. А, мы Цезарь пробовали Цезарь, в прошлый да, раз, да. Очень вкусная была. Очень, да, нам понравилось. Так, я вот эти вот не хочу, ни закуски, ничего. Вот пиццу какую-нибудь. Так, есть пицца Сицилия, ветчина, сервелат, шампиньоны, томаты, моцарелла, карамелизованный лук, сырный соус. Ты смотри, карбонара. Есть копченый карбонат, моцарелла, томаты, соус. Надо знать, чтобы еще и Сашулька это все ела. А вроде здесь такого ничего нет. Пепперони, сырные, много мяса, суприм. Идемте прогуляемся, посмотрим, что там Сашулечка делает в детской комнате. Сашка, ты как здесь? Ты тут на кассе? Коврик. Все икеевское. А тут, смотрите, можно, наверное, рисовать или что тут. Смотри, доченька, тут мусор сортирует. Видишь, как? Вот это вот сюда бутылочки. Вот это вот, видишь, огрызок. Куда ты положишь огрызок? В ту мусорку, да, на которой написано остатки. Вот банан, видишь? Ведешь, кладешь банан сюда. Куда с полочки положишь? Куда? В какой? Да, вот сюда вот. Видите, детей учат сортировать. Так, бумажку в какой мы кладем? Показывай. Да, все правильно. А это? Это что у нас? Это бутылка с осколком. Ну, давай, бери пальцем своим. Вот так вот. И веди. Вот. И огрызок остался еще. Куда огрызок? Отходы. Да, продуктовые. Еще что у нас? Коробка лежит. Куда? Коробка в бумагу, да, наверное? Это же картонь. Да. Давай, бумага. Где у нас бумага? Так. Вот ты молодец, и тебе сразу открылась кухня InStory Kids Corners. Подушки, икеевская тут кухонка. Ох, не успели мы, ребята, заказать в Икее мебель. Я зашла на сайт, у них сейчас распродажи Икеи, ну, потому что они уходят. И попыталась хотя бы для ванной комнаты заказать раковину. Вот то, что мы смотрели, вот зимой ездили в Москве, раковину и тумбу под раковину. Ничего в наличии нет, представляете, очень-очень жаль. Саша, а посмотри, здесь тоже как интересно. Тут магнитики, да? Смотрите. Так, это как? Магнитик. А как тебе его тут вести? А, тут надо из одного как-то... Да, перебросить. А вот тут вот тоже. А, тут надо выйти повернуть. Ага, пройти по двору, да? Смотри, ту кухню тоже разгребла, только вот картонку надо вот сюда. Поняла. А, вот. Ну это же не мусор, наверное. А вот теперь новая открылась комната. Сейчас кушать будем, скоро нам пиццу принесут. Ой, какая вкуснятина. Нам принесли картофель фри. Мне нравится подача такая же, как в Новороссийске. Да. Я думаю, что у них у всех такая подача. Да, корзинчик симпатичный. Чем позвали, если нету пиццы, я бы и пиццу жду, ну, сейчас, а не картошку. Картошка без пиццы, деньги на ветер, да? Давай. А то мы сейчас съем. Сидим. Будешь суши, нет? Суши будешь? Попробуешь? А что там такое черное-красное? Сейчас узнаешь. И корочка вкусная. Будешь? Нет. Она, Сашка не любит суши. А картошечку любишь? Все, промыла? Протерла ручки? Да. Давай, что? Горячая. Взялась подальше. Еще. Она горячая. Нормально. Соус будешь макать? Да.
Пойдем, мы все тебе там зайдем, нет? Так, нам принесли пиццу, вот эту вот Торио Наги. Это по мотивам что-то суши, да? Суши, да, роллы. Да, с угрём копчёным. Да, с угрём копчёным. А это вот фирменная их Сицилия. Мы уже проголодались, хотя сказали 20 минут, но принесли гораздо быстрее, да? Да, да, минут, быстрее. Наверное, 10. И в прошлый раз тоже нам быстро подали. Угу. Давайте будем пробовать. Тебе какой, Сашка? Сицилию? Ну, горячую, да, наверное? Ну, с пылу жару. Мне нравится у них такая подача. Да. Давай. Опа. Вы купались? Да? Голодные? После бассейна, знаете, когда занималась плаванием, я после бассейна, мама меня с папой, или мама встречала, или папа встречали, а все время с бутербродами. Мы ехали в 33-м троллейбусе домой. И я ела, просто в троллейбусе сидела. Мы просто после школы, после этого, у меня два раза в день были тренировки, была голодна ужасно. Ну так, вкусно? Что скажешь? Вкусно. Вкусно? Угу. Горячая. Горячая? Но вкусная, да? Колбаса вкусная очень. Я не могу никогда есть, у меня. Мне кажется, не вся пицца вкусная. Да. Надо попробовать заказать. У них доставка есть. Да? Сюда в Анапу, да, можно на дом заказать, пиццу привезут. Не слышал, да. Интересно. Да, и у них при доставке, я посмотрела на сайте, у них уже скидки какие-то 20%, то есть можно пиццу заказать. А еще в Российске, когда были, видели люди, когда не доедают пиццу, ну, много заказали, они коробочку могут попробовать. А, с собой, да, вносили? Да, такую фирменную коробочку. Либо по кусочкам у них есть такие коробочки, либо полностью коробочку. В общем, да, все равно приятно. Я как-то горячо у меня. Ну, очень горячо. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита, кто кушает. Идем сейчас к своей машине. И тут случайно наткнулись на такой интересный рынок. Называется на Крепостной, в центре. Смотрите, вот эта вот площадь, справа KFC, прямо Сицилия, в которой мы были. И вот на Крепостной комплекс курортного обслуживания. Тут и футболки разные, и сумки. Правда, немножко жарковато тут сидеть, но все равно так. Повыбирать есть что. Такие рюкзачки симпатичные, смотрите. Мне нравятся такие рюкзаки. Брелочки разные. Можно сюда как-нибудь пошопиться прийти. Да. Какие-то футболки турецкие тоже продаются. Ой, машину остужаем. Пошли в машину, сидеть невозможно, ребята. Теперь стоим на улице, жужжит. Хотя бы немножко кондиционером нагнать воздуха холодного, потому что еще на солнце стоит, на солнцепеке на самом. Вот сейчас уже где-то час дня, наверное, у меня нет с собой часов. Даже может быть чуть-чуть побольше, это просто невозможно в такую жару находиться. Вот оно, лето, 1:30. Очень жарко. Да. Сегодня прям вообще очень жарко. Купали, сейчас пойдем домой. Сашку надо спать класть. Хорошо, что она еще. Они вот на море там еще, вот за ту спит. В Москве она хуже начала спать, и уже думали сон не мной просто убирать. А здесь вообще просто шикарно. Вообще. Ребята, у нас уже вечер, мы сходили еще погулять, вот, поужинали сейчас, и дело дошло до арбуза. Дима говорит, просто сахарный, посмотрите. Вот это вот вкуснотища. Это действительно то, что вот я хотела. Он действительно сахарный-сахарный. Смотрите, он уж аж этот, называется, то есть он... У вас весь такой хрустящий, спелый. Очень-очень вкусный. Так что сезон арбузов в Анапе мы открыли. Сейчас, доченька, чуть-чуть. Да, ты пока кушай, доченька. А мы будем сейчас кушать вкусный-вкусный арбузик. Представляете, мы съели пол арбуза на троих. Точнее, на двоих. Мы с Димой. Дим, посмотри на меня. Улыбочка. Да какая улыбочка? Вы видите, что у Димы нету больше бровей? Да. У тебя? У
тебя нету бровей. Это он сегодня в бассейне сгорел. Ну-ка, посмотри на меня. Человек без бровей. Правда. И у тебя еще... И у тебя еще вот такие вот, как седина, вот это вот все белое, тоже сгорели волосы. Белые все. Ужас. Как Дед Мороз. Сейчас лежим на кровати. Слышите? Окно открыто, дети играют в футбол. Очень-очень слышно. И сейчас такая прохлада пошла хорошая, потому что на улице очень-очень жарко. Посмотрела по прогнозу, где-то было 33-34 сегодня. Завтра тоже такая же погода, солнышко, жара. И завтра, скорее всего, наверное, поедем купаться на море. Вот. Ну, а сегодня мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и всем пока-пока. Всем пока-пока.